шанс на подписание Киевом соглашения об отводе орудий калибром менее 100 мм от линии соприкосновения в Донбассе есть, но вряд ли договор будет неукоснительно соблюдаться, считает донецкий политолог Кирилл Черкашин. Участники подгруппы по безопасности в Минске согласовали проект документа об отводе вооружений калибром до 100 мм и танков в Донбассе, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. Текст будет представлен контактной группе, которая планирует собраться в Минске 8 сентября. От Украины можно ожидать чего угодно, может, подпишут, а, может, не подпишут этот документ. Но даже если соглашение об отводе и будет подписано, вряд ли оно будет неукоснительно соблюдаться Киевом, это показывает практика, сообщил РИА Новости Черкашин. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 6,8 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября прошлого года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.